И снова здравствуйте, всем привет. Итак, все-таки доделал я Шерлок Холмса. Вот так он выглядит. Значит, поза из Миксама. Я немножко тут ее хотел под гифку переделать. Вот такая штука. Ну, еще, может, посижу потом. Что-нибудь я такая тут доработаю. И вопрос вот в чем состоит. Допустим, вот персонажа вы посадили в какую-то позу. Как все это дело теперь сохранить и закинуть в другую, допустим, программу, да? Заходим в Object Mode, выбираем каждую деталь, вот она, и находим модификаторы. И вот эти модификаторы просто применяем. Модификатор анимации, мы просто его включаем. Так, кто у нас тут? Персонаж тоже apply. Что тут еще есть? Волос apply. Так, тут еще присутствуют зубы. Так, зубы просто привязаны, значит, к костям. Вот они сейчас могут, конечно, выскочить, потому что у них тут нет анимации. Так, что еще? Эта штука здесь. Главное ничего не забыть. Так, глаза. Так, глаза. Вот у глаз тоже есть анимация записана. Apply. Что еще тут, чтобы не забыть, все проверяем. Вот это значит плащ, накидка. Так, ну, в принципе, все. Проверяем. Теперь удаляем кости. Ctrl-Z. Почему такая штука получилась? Потому что у меня еще на плащ стоит, значит, шипкей. Шипкей нужно тоже... Так, это значит, что сделать с шипкеями? Их нужно удалить. Тогда плащ возвращается на место. Ctrl-Z. Так, а если шипки применить? Так, копии. Это копируем, копируем. Reset. Все. Применилось. Reset включаем. И пробуем теперь удалить кости. Так, все равно это дело почему-то, значит, не так применяется. Ну ничего, выбираем теперь кости, пробуем еще одну штуку PoseMod. Выбираем английское А и удаляем те анимации, которые не входят именно вот в эту штуку. Все. Так, есть такое дело. Object Mode. Кости долой. Так, зубы вылетают, шапка вылетает. Почему? Потому что не привязаны они. Ну как, они привязаны были бон. И теперь пробуем еще одну штукенцию. О, опять apply. Вот теперь должно получиться. А ну-ка. Все, получилось. Ну а вот эти части уже зубы можно вставить. Ну вот что-то в этом духе. Так, теперь. Когда это все дело сделано, нужно теперь по отдельности все это дело закинуть. Значит, ну допустим, в ZBrush, да? Выбираем все вот эти кости, которые были изменены. Так, так, так. Плащ, зубы, глаза, волос. Тент. Так, что это? Ага. Единственное, что глаза могут не быть именно с текстурами в другой программе. Ну а так вот уже персонаж именно в позе.
Можно его тут пролепить, чуть-чуть подкорректировать, и будет все зашибись. Закидываем теперь по отдельности вот эти все части, значит, в другую программу. Или FBX-ом. Давайте попробуем FBX-ом закинем ZBrush. И посмотрим, как там все это дело выглядит. Так, зубы есть. Сохраняем теперь файл. Экспорт. FBX. Десктоп. Холмс в позе. Так, не понял. А, не сохранено было, да? У шляпы еще анимация есть, точно. Delete. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Так. Импортируем the плагины, находим FBX Exporter. И делаем импорт. Рабочий стол. Холмс в позе. Вот он с текстурами уже все закидывает. Видите, прочитывает текстуры. Так, и что такое? БМП. Отмена. Ну, показывает, короче, текстуры надо закидывать. No can file. File. Так, Ctrl-N, если вы вытащили больше одного объекта. Ставим материал. Допустим, белый. И включаем видимость. Так, что у нас тут разбилось? Вот вы видите, что здесь все разбилось именно по объектам. Нам через Alt нужно выбрать именно шляпу. Вот выбрала шляпа именно в софтулах. Ну а здесь чуть-чуть геморройно через транспорт. Так, Alt накрутим. Подгоняем. Так, смотрим, что тут да как. Ну, как-то так, да? Так, проверяем какие-то детали, чтобы ничего не вылазило, чтобы нормально все сидело. Так, глаза правильно белые оказались, потому что они были сделаны процедурно. Так, теперь выбираем именно плащ. Вот он здесь появился. Через Shift левую кнопку мыши можно включить видимость всех текстур. Это прическа. Так, ну, в принципе, что? Так, шляпа. Через Alt можно передвигать гизму. Так, что тут получается? Так, чуть-чуть еще перекручиваем. Приподнимаем. И, в принципе, ничего так. Нормальный объект. Чуть-чуть вперед. Вот. Выбираем через Alt плащ. Модель вот единственное, что низкополигональная, потому что я ее закидывал именно для анимации. Вот такая тут сетка.
Сейчас покажу, если будет видно. Сетка очень маленькая. Так, ладно. Выбираем плащ. Смотрим, что тут. Так, здесь можно через Shift чуть-чуть сетку подровнять. Здесь такая же штука, сетку подровнять. Главное не менять текстуры. Так, так, так. Персонаж Ctrl-D, Ctrl-D. Так, поле можно отключить. Вот уже по качеству не будет. Ну и вот здесь вот тоже с помощью Move Topology где что-то подтянуть. Где-то что-то выгладить. Так, вот здесь вот, наверное, чуть-чуть побольше амплитуду сделать. Так, через Alt можно выбирать вот какие-то детали. Так, это значит часть вперед. Она спряталась при анимации, затянула ее. Так, это чуть побольше. Так, здесь чуть-чуть поменьше. Итак, персонаж готов, все подкорректировали. Теперь вопрос в чем? Если мы начнем все это дело объединять с помощью Merge Down, то получается у нас текстуры, вот эти, которые присвоены вот этому шмоткам, персонажу, они не будут видны. Будет белая модель. Ну давайте попробуем. Вот раскрашен у нас китель. Делаем Merge Down. Окей. И вы видите, что он становится белый. Вот такая штука. Пробуем дальше. N-панель. Выбираем персонажа, допустим, так. И шапку, да? N. Я сейчас китель отключу, видимость. Через Shift левой кнопкой мыши можно все подключать. И N-панель выбрать то, что нам нужно, и поставить галочки вот эти. Так, выбираем теперь шапку. Где у нас тут? Так, это волос, это шапка. Тоже шапку подключаем. И попробуем теперь сделать Merge Down с помощью UV. Так. Merge Visibility Mega Similar. Ну вот. Объединение с помощью UV. Так, нажимаем Weld. Это я не знаю, что World, Weld, Weld. Так, и ставим Merge Down, OK. И вы видите, что у нас получается, что UV шапка назначилась на тело. Нехорошее это тоже дело. Смотрим. Если поставим UV здесь,
на нижний сабтул, это я уже на волосы ставлю. И UV, включенная в Merchdown, именно на первый сабтул. Смотрим. Нет, первый сабтул UV назначается всему персонажу. Это тоже не есть хорошо. Вот объединение, да, вот это вот, что делает Merchdown, это объединяет вот эти все, значит, детали, которые можно, вы видите, с помощью Shift левая кнопка мыши выключать, переключать. Это разные полигруппы. Так, вот я их сейчас, почему-то их тут не видно при объединении. Ну, давайте посмотрим другой способ, как, если нам понадобится модель Obj. FBX, понятно, мы сохраняем, все это опять сохраняется, мы закидываем в Blender и все это отдельными частями. Так, ну, кстати, если FBX файл, сейчас вот я тоже рассмотрю это дело. Если FBX файл вкидываем сюда, вот, именно в Blender, и он там не склеен, в ZBrush, и FBX файл, он в Blender не склеенный файл. Если мы закидываем сюда FBX файл, все тут делаем и сохраняем уже из ZBrush, то он уже, в принципе, туда попадает как склейка, если назначить ему просто одну полигруппу, не меняя сетку. Вот где-то так. Так, смотрим, что получается. Нам нужно загрузить новый файл. Да, нет. Находим персонаж в позе. Угу. И сохраняем сначала Obj файл. Как это делаем? Так, я сейчас полигруппы уберу. Ну, в смысле, эти девайды. Так. Через Alt левая кнопка мыши выбираем нужную нам деталь шматья. Удаляем, Del Hidden. Выбираем, допустим, шляпу персонажа. Удаляем ненужные, значит, девайды подразделения. Ну, чтобы низкополигональный остался. И еще остается, значит, где? Так, где-то волос, по-моему, да. Волос еще подразделял я. Так, вот, низкополигональный персонаж. Сохраняем его в формате Obj, чтобы он как статуэтка был. Заходим в Z-плагины, находим что? Находим 3D Print. Находим экспорт опцию, опции экспорта, отключаем экспорт to separate файл, так, polypaint, это значит раскраска, так, включаем текстуры и формат текстуры PNG. Так, бинарий, здесь все то же самое оставляем, и вот здесь вот можно сохранить экспорт в CTL и экспорт в Obj. Ну, давайте в Obj сохраним. Так, находим рабочий стол. Тут подпись одна вот идет точками. Ну, напишем, давайте какую-нибудь цифровую штуку. Ну и просто делаем сохранить. Вот вы видите, тут бегают, соединяются вот эти саптулы. Вот пишет, все зашибись. Ну, идем в Blender. Итак, заходим в Blender, все это английское А, Delete можно удалить, и смотрим файл Import, формат Obj, Desktop, находим наш файл Import. И что сейчас произошло? Смотрим. Так, вот он наш персонаж. Выбираем персонаж, находим текстуры. И вы видите, что здесь назначено несколько текстур, потому что, ну как, объединилась вот эта вот модель. И вот ей назначены текстуры. Смотрим, вот все назначено.
Так, есть тут немножко просветы, но это потому, что тройка на нампаде, модель большая. Так, уменьшаем ее. Ну да, вот уже нормально. И теперь вот этот персонаж имеет вот эти все текстуры объединенные. Закидываем в общую папку к этому персонажу, значит, в текстуры, все его текстуры. И файл вот этот общ папку, и можно будет выкладывать его на продажу или просто на какой-нибудь сайт. Так, что еще можно сделать? Давайте посмотрим, какой момент, да? Вот, допустим, есть у нас персонаж. Заходим в Edit Mode и посмотрим, сможем ли мы отделять вот эти вот модели. В FBX файле мы можем. Если даже они объединены Ctrl-J, сочетание клавиш. Так, значит, нажимаем английскую L. Вот, вы видите, у нас все отделяется. Мы можем отделить от этого файла нужные нам детали. Глаза, волосы. И сделать его опять FBX файлом. Но файл у нас цельный. И в принципе, если сейчас вот будет, как сказать, вставить кости, я думаю, что он распадаться не должен будет. Там, ну, там будет видно. Тоже можно поэкспериментировать эту тему, если кому-то интересно, попробую рассмотреть и эту штуку. Так, ну, в принципе, у готовой модели, которая будет статуэткой, менять именно позу не надо, кости вставлять не надо. Ее просто уже ставим на постамент, добавляем, возможно, здесь какое-то стекло, еще какие-то артефакты, допустим, там можно добавить мусор какой-то. И как будто пол комнаты, такой кусок комнаты добавить, ковер. И как будто он что-то нашел. Или на потолке, или на стене. Ну, это можно пофантазировать. Так, вот такой вариант. Ну, с CTL, я думаю, так, я не пробовал CTL. Но, по-моему, CTL то же самое получается при экспорте. Вот экспорт опцион, то же самое, CTL формат экспортировать, если так, это что у нас, миллиметры, размер, send to preform, формат VRML, я таким не работал, общий CTL. Если вы хотите сохранить FBX файл, то вам нужно зайти, вот он, FBX экспортер импорт, и вот вы нажимаете экспорт. Опять же, AU ставите все саптулы. Потом тут есть Layers, Maya, App, Maps, 1GBit, TGA. Не знаю, вот этим я не пользовался тоже. И все это дело экспортируем. Просто нажимаем экспорт. Допустим, волос. Почему? Потому что сейчас стоит на саптуле волос. Будет называться FBX. И вот опять же все нормалки, все вот экспортируется. Нужно подождать. Заходим опять же в Blender и импортируем сюда файл. Так, импорт FBX. Находим на рабочем столе файл волос. Ждем, персонаж подгрузится и посмотрим разницу. Так, смотрим, тройка на нампаде. Вот FBX загрузился полностью разными саптулами. Вот он, общ файл. А вот это все через Shift можно выбрать. У нас получается другой персонаж. S английская. Так, куда он тут делся? Вот вы видите, насколько этот персонаж маленький. О,
Мы его привязываем к 3D геометрии. Почему-то он не привязался. Так. Set Origin 3D геометрию вот привязался. И теперь мы его просто увеличим в размере до того размера, который нам нужен. И смотрим. Вот у нас, значит, файл FBX, насколько темный персонаж. И вот у нас файл Obs, насколько он светлый. Попробуем сейчас Obs файл немножко пикуляром уменьшить. Так, эту добавляем, эту уменьшаем. Все равно он светлее в размере. В смысле в цвете почему-то так. Нам нужно зайти в текстуры. Мат. Вот это кто у нас тут? Вот давайте вот этого. По-моему, вот этот персонаж должен быть. Да, вот он персонаж. И мы его чуть-чуть делаем темнее. Так, теперь нам нужно найти, что это он. Вот он, китель. Но все равно он не получается настолько темный. Уже персонаж светлее в файле, именно по покраске. Так. Это есть нехорошо. Так. Теперь что у нас еще есть в этом файле? Ну, все равно можно уменьшить, в принципе, вид. Так. Шейдер смут сгладить. Но вот этот персонаж, он как-то более темнее. Четче. Так, что у нас тут? Так, смотрим. Так, здесь у нас подключены нормальные. Ctrl-C и попробуем подключить Normal Ctrl-V сюда, да? И Normal должны дать нам, значит, вот этот цвет. Так, это у нас понятно показало, что есть что. Находим у нас вот этот верхний. Верхний нормал, да? Плащ, накидка, вот она. Non-color. Проверяем. Ставим на единичку. В принципе, я таких изменений в офф-файле не вижу. Так, а это кто у нас? Это Ctrl-V. Опять же подключаем Normal. Что тут произойдет теперь с этой? Это кто у нас? Интересно, надо было переименовать как-то. Угу. Так, Delete. Чтобы понять, что это за штука, мы ее просто минус. И мы ее не найдем, да? Ctrl-Z. Восстановили. Ладно. Сейчас найдем. Подключим, допустим, это будет у нас Normal плащ. Ну да, это точно плащ. Ставим опять 1000. Non-color. И все равно цвет с FBX файлом все равно различается. Тут как бы свет еще
присутствует, наверное, свет. А здесь файл вообще темный после ZBrush, да? Так, давайте посмотрим, подключим изначальный файл. Это так, импорт FBX. Загрузки. Пост. Делаем S. Это вот изначальный файл. Так, а почему он идет без плаща? А, я плащ ему потом одевал. Ну, в принципе, вот этот файл нормально выглядит. Этот файл выглядит темно. Этот файл с костями. Ну, запоминаем, как это все выглядит. И нужно сейчас посмотреть изначальный цвет и вот этого импортировать туда. Открываем файл Open Homes Pose. По-моему, вот этот файл. Этот Don't Save, он мне не нужен. Да, этот светлее. FBX после ZBrush намного темнее текстуры стали, ну, цвет вот этот. Так, закидываем сюда файл импорт FBX после ZBrush. Так. И что хорошо, что он именно, как сказать, опа, что это он летать так начал. Так, как нам полеты не надо делать. И он именно попал по размеру с той моделью, именно от которой он был отправлен. И файл у него, гляньте, насколько текстуры темнее стали, в отличие от первоначальных. Вот такая штука. Так, если сейчас мы переключимся, добавим источник света, это у нас лифт, солнце на, давайте, 6000. Поставим такой вот уголок 0 на нампаде. Ладно, камера не суть вопроса. Ну да, этот выглядит белес, а этот все равно как бы темный. Возможно, на нем что-то прописался, какой-то источник света, которого, возможно, не было. В принципе, эта модель, видите, вот на эту модель цвет вот этот, в принципе, не влияет совсем. Я отвел на этот цветит, а этот как бы поглощает его, что ли. Он не работает. Показалось, наверное, очень мало на него. Тут надо ему повышать, ну, этот светлый прям стал. О. А этот так темный остается. В принципе, темный вариант тоже неплохо выглядит. Я не знаю, как в цене на него будет свет влиять. Если сейчас этот вот видно, что на него свет попадает, а тот все равно как бы остается в тени. Над этой темой еще нужно будет поработать, посмотрю, поэкспериментирую. Так, что тут получается? Ну, здесь тоже как-то все прикольно, все нормально. Ну, вот такая информация. Вот такой Шерлок Холмс. Так, это значит
Этого можно удалить. Единицу на нампаде. Перейдем в другой вид. Получился вот такой вот персонаж. Опять же, косточки. Вот присутствуют веки. Можно кости ставить под моргание или под удивление, чтобы костями как-то работать. Или просто шептями изменять вот тип лица, внешность. Также что у нас получается, значит, челюсть закрывается, тройка на нампаде, R. Что еще тут присутствует? Шапка. Шапка у нас двигается, снимается, падает на пол, ну, делает все, что положено головному убору. Так, что еще? Что тут еще? Рик Миксамовский. Все работает. Руки работают. Все нормально. Вот. Все нормально. Зашибись. G. Единственное, что вот мне не нравится привязка плаща, что он именно как следует за ногой, да? Хорошо бы было плащ сделать, что, ну как, переделать, чтобы он за персонажем был. Не вдоль тела, а как бы сразу изначально словом сделать его, чтобы он висел. Ну как-то так. Потому что если он будет широко шагать, ну в принципе прикольно, если широко будет шагать, и тогда... зарядку там делать, карате заниматься. Ну вот эти растяжки на плаще, это будет не заргут. Нужно как-то симуляции делать или что-то с плащом такое сделать. Ну, сейчас вот покажу приблизительно, что я подразумеваю. Так, Edit Mode. Object Mode, выбираем плащ. Находим Sculpt мод, тянучка, F большая, и, допустим, так, а он уже привязан, вертик с группами надо, а вот еще, стоп, вот она, прибавляем, убавляем, добавляем новую шипки, и вот так вот, раз. Уводим как бы за тело его. Я думаю, так будет интересней. Ну и правильнее, скорее всего. Так, это шифтом тут выгладить. Но лучше изначально сделать, чтобы он уже был такой, чтобы вот так вот его не изменять. Он тогда меняется и получается нехорошо. Вот как-то так, чтобы висел, мотылялся сзади. Ну, эти части тоже приоткрыть можно как-то вот в таком духе. Ну, что-то в таком вот восприятии. Так, ну все. Что хотел показать, вроде бы показал. Всем пока, до свидания.